Ну что, редуктор вроде здесь масло все нормально. Ну, я так предполагаю. Так, что же внутри здесь? Что же внутри? А внутри вот такие вот штучки. Прокладки такие. Вот набор шестеренок. По-моему, вот эта цепь первая растянулась. Так, сейчас будем снимать вот эту штуку. Куда поставить-то? От крутевых. Что там страшного? Страшного ведь? Страшного тут ничего вроде нет такого. Ладно, я молчу. А? Нет, вон. Kadir'de Kirgudu. Так, ну и самое интересное, сейчас как вот этот вал вытащить. Дело в том, что его нужно вытаскивать полностью. Вот чем я сейчас и здесь тут и конетелюсь. Две шайбочки. Так, мы с этой стороны тоже две шайбочки. Пирог приехал. Здорово, труженикам села. Все, поперло, мастер. Поперло, так, собрал. Я не собрал, говорю, блядь, разобрал. Разобрал, да, и теперь поперло. Чего у тебя как? Движок что? Движок вон. Че, никуда что-то? Ну, я заводил его, он попробуй заведи. А зачем мне заводить? Вот это что ли? А, новый? Да, новый внизу, вот он. Вот, коробочки еще. Еще даже до тут не доходил. Жалко. Нет, наверное, старый, бля. Такой же, что ли? Я другой, наверное, просто. Вот, да. Все, лишь бы пользовались, блядь, люди-то. Правильно? Ты все на работу? Да, ой, блядь, это... А, нет. Блядь, это пройдет у меня там, интересно? Куда, че? Нахуй не забыл, блядь. Что-то важное? Это, стремянки ебаные. Мне же агрегат новый дали, блядь, возить зерно, блядь. Ты все-таки получил? Типа, да, блядь. Ну как, типа? Новую технику получил? Ага. Паха. Ну ебать, юрок, блядь. Новый образца 1221. Охуеть. Вот зерно возил сейчас на нем, блядь. Ну он, сука, знаешь, какой этот, блядь? А ты на куда сейчас? А ты как сфотографировать? Ничего не сфотографировал? А я там видел. Сейчас. А тут что, я с телефона что, видно будет, что ли? Да. Вон, смотри, какой. Ну, крути давай. О, блядь. Доверяют люди, блядь, значит, тебе, блядь. Да? Да, блядь, я же не думал, что этот раз ночью выпадет. А мне вести надо в ту сторону, если я вчера загрузился, не выгрузился нихуя, блядь. За этого чё, давай оставляй, я говорю, давай увезу, блядь. Не надо, зачем, завтра увезешь, блядь. Завтра так завтра, загнал в ангар, блядь. На какой штук, на чем? А чё, вы сейчас тоже прессовать нет, на соломе нет, наверное. Ну там так-то дохуя есть вроде маленько, блядь, но тоже, наверное. Но я пока выгружу туда-сюда, блядь, время уж обед будет, ёбаный урод, блядь. Ясно. Ладно тогда, Андрюк, давай ко мне это. Дела одно надо, да. Ладно, Вован, что, поеду, блядь, это возьму. Ты все работать? Да, блядь, загрузи, грузон вчера еще оставил, блядь. Нихуя себе, так вперед, Юрка. В бой надо. Ты все на целый день? Ну да, вчера в 9 часу аж приехал, блядь. По комбайнов так она, блядь, вечно же в совхозе допоздна, блядь. Ну да. Я смотрю вчера, да, ты прям поздно подъехал только. Да? Ладно, Вован, давай. Давай, на связи. Пока вспомнил, где надо возьму, так, пытаюсь сейчас снять здесь лицевую. Вот сам переключатель скоростей, и у него здесь вот болт закручен, и еще добавок этот, блин, как его, к сухарику, еще штука.